Все мы когда-нибудь умрем. Важно то, что успеем сделать до этого. Я плохой человек. Был таким всю жизнь. Похоже, трех людей убили из одного оружия. Что это? Лежали на полу. У вашего стрелка крыша едет. Я могу вам помочь? Какой номер комнаты? Он на ключе. За следующий контракт мы заплатим 10 миллионов. Нет. Отныне контракт. Я не беру заказы на детей. Слушай меня внимательно. Девочку никто не тронет. Отвечаешь за нее жизнью. Летнюю девочку перевезли в приют. Где я вчера был? Здесь. Что-то не так? Уверена. Наши думают, что это внутренние разборки между профи. Полиция, Винсент Сара. Я не могу все делать за вас. Кто это? Вы слишком медлительные. Они должны заплатить за то, что творят с детьми, а вы ни хрена не делаете. Он охотится на преступников, которые ушли от нас. Он мешает международному расследованию. Ты уверял, что это не станет проблемой. Я делал страшные вещи. Почему бы нам просто не поговорить? Я знаю, ты болен. Поздно говорить. Если я умру, ты никогда не узнаешь правду. Руки вверх! Хотелось бы верить, что ты хороший человек, Винсент. Если я не смогу закончить начатое, закончи ты. Они должны заплатить. На чьей стороне ты на самом деле? На стороне правосудия. Все мы когда-нибудь умрем. Важно то, что успеем сделать до этого. Флэшбэк.